Рыбакит, папа рисует. Ребят, привет, меня зовут Ваня, меня? Мы на канале Рыбакит, и с нами... Дамир. Дамир, и ему уже 9 лет. Да. 9 лет, он ходит уже в третий класс, и вместе рисуем мы супер страшную кусучую киси-миси для мамы. Специально на 8 марта. Ну, не 8 марта, на Новый год можно, или как. Вот. Берем черный фломастер, потому что мы хотели уже переходить на какие-то эти мелки. Но на самом деле киси-миси легко нарисовать. Давай ее, смотри, вот она вот здесь будет. Мы ее чуть-чуть левее свернем, чуть-чуть сдвинем, чтобы здесь у нас букет влез. Правильно? Да. Мы вот тут ее нарисуем, вот так вот. Такая. Такой полукруг. Вот такой вот отсюда до сюда, такой полукруг. А здесь вот так вот. Такие уши, что ли, у нее. Вообще, это кто такой? Кто это? Такие вот это эти. Это монстр. Ну, это монстр. Это как, ну, например, есть монстры, мишки там, да, лисички. Ягуми-тасай. Кто-кто-кто? Кто-кто-кто? Мои дети также разговаривают на японском языке, половину уже говорят. Ладно, так, это мы нарисовали, все супер. Ягуми-тасай. А дальше, теперь ее тело. Мы рисуем киси-миси для мамы. Мама будет рада, когда получит подарок. Это ее тело. Киси-миси, не мама. Киси-миси нам тело. Смотри, здесь нарисуем так. Вот так вот, раз. И здесь такие три таких круга. Это рука, которая держит. Ага. Рука вот так бып, хватает и держит этот букет цветов. А вот уже отсюда она идет сюда. Вот такая кривая, такая. Мы никак игрушку не раздобудем киси-миси, но нам нравится киси-миси. Ну и вообще нам этот парень нравится. Хаги-ваги. Хаги-ваги. Вообще он какой-то странный, я бы так сказал. Немножко я боюсь его. Что он меня так придет ночью и скажет: «Эй, привет, папа рыбаки, давно не рисовал ты меня». Ладно, на самом деле и ноги пририсованы. На самом деле это легкотня ее рисовать, согласись. Ну да. Мне кажется, это обезьянка, только без хвоста. Потому что у нее руки и ноги очень похожи на обезьянку. Вот особенно ступни на ног похожи очень. У киси-миси, значит, давай, надо еще сказать, что мы рисуем для мамы. Правильно? Да. И мы хотели какие-то добрые слова маме нашей сказать. Я свои скажу. Для киси-миси как раз с такими зубами будем рисовать или просто с улыбочкой? Нет, с улыбочкой. С улыбочкой, да, правильно. И хорошее решение. Так, улыбочку, ну просто улыбочку такая. И это милая. Вот мама, киси-миси похожа на самом деле на маму. Она тоже добрая, пока ты себя хорошо ведешь. Но потом она тоже добрая, но только она учит тебя правильно себя вести в обществе и, в общем, стараться сделать как можно лучше. Вот. Мы нарисовали киси-миси, мы потом ее раскрасим розовым. А теперь для мамы цветы. Смотри, как я рисую букет цветов, чтобы он просто был и чтобы поместился здесь. Я рисую сначала несколько таких цветочков сразу. Таких больших, а потом кругами. И, например, три цветочка, классно. А теперь я рисую вот так вот, чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Обвожу их таким вот облачком. И это как будто бы зелень будет вокруг. А потом соединяю сюда вот так раз, 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 раз. И сюда. И вот букет для мамы есть. Киси-миси будет довольная. Фух, Хаги-ваги, не видел киси-миси? Не видел. Киси-миси спаслась. Сегодня Рома мне рассказывал всю историю киси-миси и Хаги-ваги. Это очень печальная история, я понял. Да? Угу. Но ты маме не рассказывай. Ну, а все равно это увидит. Она уже знает, или в смысле, увидит. Ну, в смысле, она не знает, ну, ролики. Ты же не будешь рассказывать историю киси-миси. Не буду. О, ну, надеюсь. Раскрашиваем розовым. Розовый светловатый, но мне кажется, подходит. Такая милая. Мне нравятся эти ребята. Вот я бы хотел иметь такую куклу, чтобы она была такая мягкая, приятно держать ее. Она плюшевая, с такими волосками. Она может греться. Похожа на мишку. Именно на обезьянку. Больше на обезьянку. Ага. Да. Ну, большая. Да, да, да. Ну, тогда можешь что-нибудь рассказать еще, Дамир. Вот что тебе... Почему ты выбрал сам, Дамир, выбрал киси-миси рисовать? Потому что ты видел, что Рома рисовал, мой сын, Хаги-ваги? Нет. Или то, что сейчас все говорят о киси-миси и Хаги-ваги? Нет. Нет? Просто тебе нравится? Просто мне нравится. Ну, отлично, отлично. Как-нибудь поиграем в игру. А вы тоже гамму рисуете? Как? Гамма. Ну, вот эти. Да. Гамма. Такие фломастеры у нас. Гамма.
Мне нравятся очень четкие. Мы рисуем с тобой уже целый час, наверное, и они отлично себя показывают. Особенно мне нравится то, что они толстые, тебе говорят, что очень удобно раскрашивать. Да. Цветочки милой маме. Я тоже, наверное, не знаю, кому я подарю эти цветы. Наверное, подарю Арине. Моей дочке Арине, ей киси-миси понравится. Ей нравятся цветочки, ей нравится танцевать, и ей понравится розовая обезьянка. В принципе, понравится тоже. А цветочки будут желтенькие. Желтенькие. А какие ты любишь смотреть ютуберов, расскажи? Ози, Робзи, ну... А никто? Ну, в смысле, я не всех ютуберов знаю, я как бы... В смысле, чем они занимаются на ютубе? Они, ну, Пози снял вчера стрим на 12 миллионов. На 12 миллионов? Ну, а чем он занимается? Он, ну, он иногда просматривает, он всегда на заставках ставит, типа, засмеялся, задонатил, удивился, задонатил, испугался, задонатил. Так, играет во что-то. Ну, какие-то игры. Это да. Такой стример, да? Ну, не стример, видео снимает тоже. Ну, отлично. Робзи, ну, это... Он тоже играет, ну, в Brawl Stars, в Roblox. А Пози играет, ну, не так часто играет в Roblox. Он в Brawl Stars смотрит всякие ролики в ТикТоке. Угу. И, ну, удивляется. Если он там засмеялся, он там задонатил. А, понятно. Ну, здорово. Понятно. Вот это здоровская жизнь. Я бы тоже был хотел бы стать ютубером, тоже засмеялся, донатил. Ну, а почему нельзя он такой снять? Не, можно. Просто, ну, как бы хочется... Я люблю рисовать, как бы. Нарисовал, задонатил или там захотел и понравилось, да? Кстати, можно, ну, такого вам снять, если... Вам понравился, например, какой-нибудь рисунок задумать? Посмотрим. Ну, будем стараться. У нас получается с тобой чудесное тандем. Ты рисуешь быстро, клево. Еще сейчас будешь рассказывать всякие штуки мне, которые нравятся ребятам. Потому что мои друзья, кто посещал мои ближайшие родственники, кто приходил ко мне на канал, они обычно подросли уже. Катя выросла, Вова вырос. Ваня вырос. И какой Ваня, кстати? Иван Дурак у нас был такой, Иван. Да, и он тоже со мной рисовал ассасинов, всяких таких гаджетов, супергероев. Супер Дима у нас был, но... Супер Дима? Да, он вырос уже и уже не хочет рисовать со мной. И я не знаю, новые фишки людей, ну, школьников, ребят, которые молодые. Вот, например, Хаги-Ваги, мне рассказал позавчера Рома про него. Ты мне тоже рассказываешь всякие новые новости, и как бы мы будем больше рисовать всяких модных штук, которые нравятся ребятам твоего возраста. Мне вот так хочется. В принципе. А ты немножко там желтеньким, да. Ну, да. Почти все закончили. Отлично у нас получается. Мило. И я думаю, что маме понравится. А еще маме понравится, если мы где-то тут рядом рисуем сердечки. А это... Я бы еще не против написать 2022. Ну, ты всегда открытку сделал. Ну, мне кажется, даже так будет уже хорошо. Уже такая хаги-ваги, киси-миси в сердечках хочет тебя поблагодарить за чудесные рисунки. Отлично. Ту-ру-ту-ту-ру-т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 у
Я не знаю, я не знаю, я не знаю слов. Что, что? Новые слова знаешь, да? У Павлик мне столько слов всяких плохих этих, как это, плохих стишков из школы приносит. Он все запоминает. Вот в школе, когда ему зададут стишок, например, про Лукоморье, ему очень трудно запомнить. А вот про то, что там в лесу родилась елочка, плохой стишок какой-нибудь, очень быстро запоминает, наизусть.
стоп, я не дорисовала. Стой. А, сердечки. Точно. И теперь у нас все готово, ребят. Все чудесно. Сегодня мы очень постарались. Три рисунка сразу нарисовали. Первый раз Дамир пришел. Так что, если вам нравится, ставьте лайки. Вы как бы поможете Дамиру понять, что ему стоит продолжать творчество и приходить к нам на канал. Это будет здорово. И спасибо за просмотр. Если нравится ролик, досмотрел до конца, то обязательно поставь лайк и приходи еще к нам смотреть. Будем рисовать в будущем. Так, сейчас все, чтобы хорошо видно было. Прощаемся, и если пока. Хочешь что-то сказать, то можешь рассказать, ребята. Ну, как бы вкратце, какой-то, знаешь, ты же, может, уже как бы может, придешь там, но они, потому что тебя не попадут на твой ролик. А ты что-нибудь кратко скажешь, что тебе нравится и что тебе что ты желаешь, ребята. Пока! Бездельничайте побольше! Играйте в киси-миси, хаки-ваги. И маме дарите такие цветы. Вот это будет здорово. Только не в киси-миси, не в хаки-ваги, а в плейтайм. К примеру. Все, пока. Пока.